Шымкентская команда «БИК» потерпела поражение от команды «Актобе ЖАЗ». Первый тайм закончился, несмотря на многочисленные атаки «БИКовцев» в ворота гостей. Ни одного очка в нашу пользу он так и не принес. Сломить оборону синих южанам не удалось, но второй тайм без голов не обошелся. После нарушения рефери назначил пенальти в ворота «Актобе ЖАЗ». Удар оформил Айдар Жаксибеков, отправив мяч в дальний угол ворот «Актюбинцев». Через 3 минуты после первого гола «БИКовцы» зарабатывают еще одну желтую карточку за грубую игру. Игра начала набирать обороты, и второй гол ворота соперников на 61-й минуте забивает «БИКовец» под номером 18 Бекжан Абдирахманов. Но уже через 18 минут команда «Синих» берет реванш. Уже на 82-й минуте матча команда противника сравнивает счет. Через 5 минут «Актюбинцы» вырывают победу. Главный тренер футбольной команды «Актобе ЖАЗ» Игорь Прохницкий признается, он ожидал, что игра будет жесткой и захватывающей, но победу своих подопечных верил до конца. Игра так понравилась, наверное, всем присутствующим на стадионе, и зрителям, и болельщикам, и специалистам, наверное, те, кто пришли на стадион, и футболистам, наверное, тоже. Хотя она развивалась, конечно, драматично, так достаточно. Вот. Но тем интересен футбол, что непредсказуемо. Счет 3-2 в пользу «Актобе ЖАЗ». Следующая встреча «БИК Восток» состоится в Усть-Каменогорске 13 августа.